Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додлев. Про Настю Ивлееву. Еще раз. Но не последний. Ксения Собчак написала, что Анастасия Вячеславовна Ивлеева покинула предел Российской Федерации, опасаясь неких последствий. Тут же, буквально на следующий день, Настя выложила очень короткое видео, которое я сейчас здесь оставлю. Она не называет Собчак по имени, но адресует свой месседж даже не сколько Ксении Анатольевичу, сколько подписоте. Есть, конечно, соблазн оставить здесь еще раз видео страстного поцелуя этих двух девушек. Но не будем никого дразнить. Кто надо, тот найдет в интернетах эту красоту. А пока-пока. Друзья мои дорогие, всем большой привет. Во-первых, хочу начать с того, что я безумно по вам соскучилась, невероятно. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю и до скорой встречи. А смотрите, я еще такая в шубейке. С розой. Она. Люблю вас. Number. I was lightning before the thunder.